рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. Спорт в прямом эфире на телеканале ПС. 8 августа в 9:45 смотрите прямую трансляцию благотворительного турнира по мини-футболу среди юношей «Архангельск-Донбассу». Матч состоится на стадионе «Труд» и проводится с целью сбора материальной помощи детям, покинувшим территорию Украины. 9 августа в 9:50 начнется прямая трансляция праздника, посвященного Всероссийскому дню физкультурника. Тысячи поклонников спорта и здорового образа жизни соберутся на стадионе «Труд». В программе празднования эстафета для воспитанников детских садов, соревнования по волейболу, шахматам, дартсу, флорболу, теннису и другим видам спорта. Кульминацией праздника станет финальный матч розыгрыша Кубка Архангельска по футболу среди мужских команд между клубами «Рома» и «Регион Лес». Начало игры в 15 часов. Впервые прямая трансляция с «Полярной-2». 10 августа в 10 часов смотрите турнир по мини-футболу «Саламбальский мяч». Участников и зрителей ждет настоящий азарт спортивной борьбы. Организатор турнира – региональная ассоциация инициатив развития малого и среднего предпринимательства. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65-63-26. Весь город на вашем экране, только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера».